Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться интересным рецептом запекания утки в рукаве. Для начала мы на грудке надрежем кожу. Не мясо, не затрагивая мясо, только кожу. Это для того, что у нас утка жирная, чтобы больше стек жир. Вот так. Теперь сразу смажем ее горчицей. Не острой, самой обычной классической горчицей. Так, солью покрыли, теперь перец поперчили, внутрь также отправили соль и перец. Теперь отправляем в рукав. И вот так мы оставляем утку на 2 часа, пусть маринуется. Вот такая у нас получилась вкусная уточка. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч, друзья!